В любом столкновении, физическом или психологическом, мы теряем энергию. Каждый из нас хотя бы раз втягивается в семейные распри. И по окончании, независимо от результата, каждый из участвующих чувствовал какое-то опустошение, даже если он отстоял свою личную точку зрения. Происходит это потому, что во время ссор и выяснений, кто прав и кто виноват, происходит очень мощный отток энергии. Причем в дальнейшем, когда вы вспоминаете об этом эксцессе, чувство опустошения возвращается снова. В любом столкновении, физическом или психологическом, вы теряете энергию. Причем абсолютно не важен результат. И каждое столкновение укорачивает вашу жизнь, а иногда и убивает. И так происходит на любом уровне, будь то семья, город или государство. Это закон Вселенной. Когда это происходит на более глобальном уровне, то отток энергии огромен, так как на вас воздействует коллективный эгрегор. Поэтому в глобальных столкновениях умирают люди, часто большое количество. Когда человек не сбалансирован, он легко вовлекается в такие движения. Он принимает какую-либо из сторон и начинает отдавать свою энергию, либо физическую, либо чувственную, либо ментальную. Даже тот человек, который не вовлечен, и ему кажется, что он нейтрален, сбалансирован, все равно является донором. Если он наблюдает за действиями, то вовлечены его чувства, и он автоматически болеет за какую-то из сторон. Если человек сбалансирован, он не будет наблюдателем, так как это не его вибрации. И ни результат, ни участники его не трогают. Он понимает, что идет определенный урок в классе, который он закончил еще в прошлом году. События в мире, которые имеют место сейчас, только и важны для кого-либо, так как вы или ваши кровные физически в основном находились в поле действия мощного эгрегора. Этот эгрегор нами же самими запрограммирован на уничтожение. Ввиду нашего общего дисбаланса и его задача периодически фильтровать и уничтожать определенную часть себя. И это закон Вселенной. Я повторю еще раз. Этот эгрегор нами же самими запрограммирован на уничтожение ввиду нашего общего дисбаланса. И его задача периодически фильтровать и уничтожать определенную часть себя. И это закон Вселенной. Войны, революции, восстания. Цель их балансировать человечественно, качественно или количественно, вовлекаясь в какие-то активные глобальные действия. Вы добровольно заключаете контракт с темными силами, работающими на прополку и, главное, на разделение человечества. А весомый аргумент всего этого – продукт нашего эго под названием патриотизм. Если мы находим в себе силы находить третью точку зрения, а третья точка зрения – это нет виноватых, нет врага, нет внутренней боли, тогда эта игра в противостоянии вам уже не нужна. И вы выбираете третью позицию –
позицию сострадания к тем участникам, которые втянуты эгрегором в эти противостояния. Мир и любовь всем душам. Мир и любовь тем, кто уже понял, что это бездарная игра, которая несет только разрушение и которая нужна только для того, чтобы вы наконец поняли это.